Бой долгожданный, наверное, по всем параметрам. Что провести в родном крае, в родном Кузбассе, и вообще просто долгожданный, потому что была большая пауза. Ну, ждем этого боя как никогда. Чувствуем себя отлично, с командой поработали, соперника разобрали, все посмотрели, и только в бой осталось. Все, что не делается, делается к лучшему. Поэтому после ухода с Глории были другие возможности, предложения. Но сейчас вот главная у нас цель Muay Thai Factory – провести здесь хороший бой, победить, и дальше будет видно. Хочу уже вернуться поскорее в бой, в ринг, потому что уже заскучал по этим ощущениям. Поединком, там, когда мы жмем, там, я всегда говорю good luck, удачи только вот в бою. Поэтому победит сильнейший, и, конечно, я буду все силы отдавать для этого поединка.